Рассматривать заявки на получение дополнительных грантов городская комиссия при Акимате Алматы начнет с 10 по 15 августа. Всего обучаться бесплатно смогут 190 выпускников из многодетных и малообеспеченных семей. Они могут выбрать любой из 15 представленных вузов. Большинство грантов по педагогическим специальностям и информационным технологиям. Самое главное требование к абитуриентам – наличие проходного балла. Распределять гранты будут как раз по их количеству. Например, если педагогическая специальность, мы выделили 10 грантов, а поступило 15 документов, и все они 15 должны быть именно из категории малообеспеченных многодетных семей. То есть самый высокий уровень, который набрал по итогам ЭНТ, июньского ЭНТ, вот кто самый максимальный, если у кого-то 130-120 баллов, и ниже, вот эта первая десятка, они уже автоматически будут распределены им гранты.